ребятушки, всем доброе утро, доброй ночи. У нас ночь, время час ночи. Вот, ребята, едем за тещей. Это путешествие у нас длиною будет 2700, ребят. Нас нынче будет четверо. Мы с женой, ребенок и теща. Так что, ребят, сейчас ночь, пока снимать не буду, сейчас посветлее будет. И включимся. Планируем сегодня добраться, ребят, почти что до Сызрани. Ну, посмотрим, как пойдет у нас, ребят. Мы тогда ездили вдвоем, а сейчас с ребятенком, с грудничком, с дочкой. Так что, ребятушки, будет что интересно, буду снимать на час ночи, пока снимать нечем. Так что посветлее будет, включимся, что-нибудь интересное будет. Ребята разменяли первую соточку, мы в Екатеринбурге. По городу сейчас спокойно ехать, время 2:30. Впереди камера на 40. Друзья, 400 метров проехали, решил чайка попить. О, ребятушки, решил немножко проветриться, что-то как-то это. Прохладник, 10 градусов, ребят. Сейчас погода разыграется. Мусор надо выкинуть. Это, на дороге не выкидывайте мусор. Или везите с собой до мусорки, или... Так, дорогашки, автобокс. Штука прикольная, взял кореша. Блин, столько туда залезло груза. Капец. Вообще... Штука вообще нормальная. Ладно, мы сейчас попьем чай и поедем дальше. Вот, ребята, первые серпантины в горах уральских. Солнце светит, уже извиняюсь. Тещин язык. Так называемый. Теща, не обижайся, так называют. Теща сидит рядом. Знаю, я пора. Доехать до Сима, частями выкладываем, ну как бы закладываем это как его, в навигатор до Сима, потом уже там что так лучше было. Сначала до места Гутова доехали, потом до Сима сделали, чтобы у нас никуда не петлял. Если делаете сразу до юга, то он начинает вас там по всяким этим обводить. Вот так вот делаете, ах, красота, красотень. Дочек кушает там, у нее там своя комнатка с маманькой, и кушают там, лежат, кайфуют. Вот тут первая заправка, проехали, сейчас скажу сколько,
462 километра, еще свал с бензином, заправил сейчас на до полного бака 33, ну 34 по 44,80 на 1000, до 1500, в общем, ребят. Ну все, подъезжаем к Рызаку, к Рызакау. Сейчас там, а? Кургазак, ребят, извиняюсь. Сейчас там пойдем ножки помочим, умоемся и вам покажем. Ребятушки, приехали. Кургазак, бля, ребятушки, не могу постоянно выговорить. Вот такая красота. Вау! Ребятушки, проходим. Такая холодненькая, такая прохладненькая, ребята. А, чистая. А, бодрячков сейчас. О, не надо паники. Водичка забирают, ребят. Такая красота, ребят. Будете проезжать, останавливайте здесь. Ох, ребятушки, вот такой бодрячок такой с утра. На улице 10 градусов. Ай, доченька! Так что вот так, поехали мы дальше. Ребятушки, подъехали к Симу. Сейчас посмотрим. Ребятушки, смотрите, какая красота. Красота такая, если писать. В тумане все. То ли туман, ребят, то ли пожар, непонятно. Ну, скорее всего, наверное, пожар, ребят. Вот там, видите, темное такое. Ну, вроде как не пахнет жареным. Ух. Вот туда, ребята. Ух. Ребятушки, сейчас мы туда поедем. Ребятушки, ну дорогу-то, смотрите, делают. Как бы кто не говорил, что дороги в России плохие, а их делают. Видите, как скалы прям бывают. А куда трактор, блядь, залез, а? Капец. Горы, горы, ребятушки, везде горы. А, ребятушки, мы выехали на финскую трассу. Справа у нас Уфа там будет сейчас. Сейчас пойдет дорога хорошая. Посмотрим, классная. Шикарно. Ребятушки, подсолнухи первые. Далеко от Уфы. Ребята, проехали Уфу. Проехали 40 километров, до Самары осталось 350. Все, сейчас остановились, покушаем, немножко передохнем, ребенка переобунем и поедем. Сейчас будем кушать, ставить кофе буду ставить. Ребятушки, вот такую плиточку поставил, сейчас кофе сварим. У нас пиццу я взял, на первый раз покушаем, потом уже нормально будем кушать, там мясо взял. Так что всем приятного аппетита, кто кушает с нами. Поехали, сейчас мы едем до Самары, то есть до Тольятти. До Тольятти нам осталось 450 километров, ребят. Сейчас километров 300, я думаю, мы топнем. Ребятушки, Татарстан заезжаем. Здесь Татарстан. На спидометре у нас уже 838. Я думаю, сегодня 1150 или 1200 сделать. На сегодня достаточно. Так что всем, кто в Татарстане живет, огромный привет. Ребят, вроде солнце, все, на улице прохладненько, ветер холодный, северный такой. Ребят, первая пробка в Татарстане. Одностороннее движение. Дорогу ремонтируют. Стоим на 5 уже. В Татарстане вторая уже пробка была. Столько проехали. Почти 150, они начинают пробки, бля. Хотя дороги везде делают. Тут еще пробки какие-то. Груза. Ребята, третья пробка. И опять же в Татаре. Не знаю, ребят, почему-то везде делают дороги, нигде пробок нету. Тут, бляха, пробки. То ли делают как-то по-другому, что ли. То ли что. Было на 19 минут, ребят, мы на обгон пошли, что-то обошли. 800 метров, ребят, 6 минут. Капец. Вот так вот в Татаре делают дороги. Пробка. Ребят, на 2 километра, на 4 минуты, 1,5 километра. Проехали буквально 500 метров.
вот так вот. А так все хорошо начиналось, так быстро шли. Хорошо летело, блядь. Сейчас, ребят, все посмотрите. Что-то уснул, наверное, скорее всего, что будет. Там мужичок улетает в стекле. Вылетел, заснул, наверное, ребят. Не ездите, ребят. Выспитесь и езжайте нормально. А вон там что дальше. И все. Фотографируют. Ой, там-то что вот, ребят, там еще одна. Ёпа раз это, ребят, ни хера, что творится. Страх, страх. Я думаю, что машина едет. Она отъезжает. О, там она еще раздавила вообще, ребят. Ой, вообще капец страшно. Ребята, первая большая авария у нас. Смотрите, фура. Там видео, увидите, ох, которая раздавила вообще, смотрите. Писец. Ребят, остановились в Самарской области. Это называется заправка Лукойловская область. Самарская область, Красноярский РН какой-то. Заправился, ребят, 40 литров на 1800, ребят. Я потом все посчитаю и все вам в конце скажу, сколько вышло у меня. 44 рубля 71 копейка стоит. Все, ребят, нам осталось сейчас немножко, 100 километров, и мы дома. Сейчас немножко походим и поедем. Ребятушки, мы яйца заезжаем. Тут видно. Там осталось 43 километра. Сейчас Тольятти будет, проедем Тольятти, потом Жигулевск, а потом под Сызрани остановимся. Ну, вы видите, покажу. Это было Тольятти. Радар Кордон. 90 километров в час. Немножко по окраине такой Тольятти проезжаем сейчас. Едем, ребят. Такая дорога. Ну ладно, при пробке здесь не стояли. Кто радует. Все, скоро уже дома будем. Ну не дома. В гостинице. Помоемся. Покушаем, пойдем погуляем. И спать лягем. Потому что все спать хотим. Дочка того не спит. Не спим. Ребятушки, проезжаем. Я поймал водохранилище. Только что проезжали родину моей машины. 70 километров в час. Чайки даже летают, там как это? Как на море. 70 километров в час. Ребята, у меня 8 километров осталось. Очередная пробка на километр 4 минуты. Я там капец, что творится. Там я не знаю, не видал. Так что стоим еще в пробке. Какая уже, ребят, не знаю, пятая или шестая, вы считайте. Ребят, смотрите, пробка на 20 минут, 6 километров. Нам ехать 6,8. Пробка прям до нашего гостиницы. 5 километров в час. Капец. Вот так вот, ребят, если это есть другая, по-другому езжайте. Пробки. Смотрите, навигатор показывает. Повернуть сюда, раз, объехать так вот. И реально какую-то часть машин обыграть. Мы только что делали так, как-то на нас водители посмотрели. Что не будем делать. А он показывает, что оборачиваешь, выезжаешь, идет часть пробки. Теряешь. Потому что, ребята, у кого совести нету, не можете делать так.